Чао-чао всем, друзья! Папа, чао-чао! А что ждем? Ждем трамвая? Да! Да? Едем в Григоровку до бабуси? О, нет! Мы сейчас едем, у нас тут село рядом есть, прям называется Озеро. Там ловят рыбку, жарят. Мы держим путь туда, да? Да. Па-бам! Привет, привет, друзья! Мы ждем кумовей Алинку с Виталиком. А Оксана с Анджело, другие кумовья уже поехали сразу туда. Пожарим рыбку, треснем пиво, лимончик. И вот такое у нас воскресенье, друзья. Чтобы не сидеть дома, надо выходить, встречаться в компании, проводить время. Пока молодые, да? Время так быстро летит. Надо пользоваться моментом, наслаждаться жизнью. Жизнь прекрасна, как ни крути. Жизнь прекрасна и удивительна, если выпить предварительно. Это джакузи для рыбок. Да, море? Джакузи. Рыбки кайфуют. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Вау. Идем. Дэв, ты видел, сколько рыбы? А, вон камушки, камушки. Нет, 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 туда нельзя кидаться. Дядя будет ругать. Идем, идем, идем. Идем к папке, да. Пошли. Ты видел, сколько рыбы? Смотри, сколько много. Вау. Сколько рыбы. Салмонаты тут. Смотри, сколько народу там. Сейчас спросим, где мы. Потому что мы звонили, заказывали стол. Классно, классно вообще тут. Ага. Да. Тори так интересно, как они по кругу. Осторожно, море. Хай, кумушки, хай. О, рыбку жарят. Дай ручку, ручку маме, да? Сколько народу. Смотрите. Сколько компаний, все отдыхают. Сейчас мы себе тоже организуем тут. Вау, прикольно. Да, пикник сегодня. Тут они на месте рыбу выращивают. Сразу тут ее чистят. Сразу жарим и кушаем. Смотрите, какие огромные. Ничего себе. Может, такую ребёнку одну возьмем? Возьмем вот эту такую большую. Ого. Будем как стейки жарить. Вот это большая рыба. Рыбные стейки будут. Какие усики у них. Пещи. Скажи, пещи. Пещи, пещи. Да, да, да. Сейчас будем жарить ням-ням. Смотрите, тут написано цена каждой рыбы. Да, да, вот. Вот, две красные рыбы в подарок, если берешь 5 килограмм рыб. Ого, куда нам 5 килограмм? Это, короче, если берешь 5 кило, вот такие две рыбки в подарок, а нет, две здоровые жрать. Тут дороже аквариум купить, чем эти две рыбки. Ржачка. Смотрите, какая рыба, как змея. Боже. Довольный Дэв. Классно вообще. Ты довольный? Еще бы. В тенечке вообще офигенно. А на солнце парит. Сейчас обед. Самая жарюга. Куда? Куда лезешь? Sembra non più piccolo, no? Si vede piccolo però no. Wow! Sembra piccolo? Fatta così? Sì, io penso che prendiamo solo questo e basta. Testa dura.
Очистить. Теперь мы сами словим себе две вот такие рыбки. Это трота сальмоната. Хайку! Ты тоже хочешь? Иди, папа даст тебе удочку. Папа, дай Давидке. Рыбаки. Разбойники. О, кум! Браво! Ой, не могу! Вот это рыбалка по-молдавски. Ловим руками. Давай. Видела, море? Рыбка. Браво, Давид. Ловит рыбку. Главное, маму за жопу не словите. Лови, лови ее. Не бойся, зайка. Иди, лови, лови ее. Нам там пока чистят рыбку. Мы катаемся с Давидкой на качельке. Классно. Ля-ля-ля. Я тоже хочу такую качелю. Григоровку у бабуси поставить во дворе. Надо бы как-то бы сообразить и сделать такую качелю. На заказ делаешь. Сейчас сушкош делается. Главное, чтобы гроши были. Деньги, деньги. Да, сынок? Да. Ты довольный? Да. Тебе нравится тут? Да. Давидуся, вкусно тебе? Классно. Смотрите, какая красота. Я хотел еще замариновали. Какие у нас красивые стейки. За встречу. Ура! За встречу. Круто. Ого-го. Красота. Наша банда. Все. 7 часов вечера. Идем по домам. Классно посидели, пообщались. Офигительно. Тут, кстати, до 7 работает. Все уже закрывается, все закругляются. Кто они, туристы? Да, отдохнули, теперь домой. Хорошего понемножку. Браво. О, уже научился сам залазить. Браво, давай ножку, ножку. Браво, браво, браво. А помните, последний раз он еще не мог залазить? Мучился, вот тут жопу не мог поднять. Давай, 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 давай. Давай еще немножко. Браво! Вырос наш парнишка! Браво! Наконец-то, товарищи, открылся парк возле нашего дома. Ю-ху! Давай, море, дай! Ю-ху! Браво! Ты довольный? Довольный, наконец-то! Здорово, здорово! Нет, дядя еще не закроет. Этот парк до 9, кстати, работает. А тот большой только до 7. Представляете? А этот до 9. Круто. Держи на голову. Жарко? А столько мушкары. Капец, сколько мушкары. Идем погуляем лучше, бо столько мушкары, зайка. Фу, и комарики, и мушкара. Все, что хочешь. Фу, кыш-кыш, говорит.
Идем погуляем, давай? Дойдусь! Теперь купьте, купьте суточка и спадки!